Ребятки, всем привет, с вами Александр. Только что я выиграл один алмазик, и это было неспроста. Да, у меня их 99, а это потому что к нам приехал пират. И самое важное, что можно купить в этой игре за бриллиант, это, знаете, что это место. Это место. Теперь у меня может быть 122 жилища, ребятка. Это просто дичь. То есть, как бы, у меня вот куплены еще далеко не все острова, но дело в том, что мне-то острова и не надо, мне нечего там размещать. Ребятки, не хватает места для жилищ, приходится тратить очки, заработанные на колдовской арене, просто чтобы расширять вместимость жилищ, чтобы там было как бы 4 места, потому что беда, вот как бы, ну, у меня все уже давно забито, как бы... Как-то уже драконы прокачаны хотя бы до 20 уровня. Удалять их не хочется, а новых-то каждый день добавляется и добавляется. Так что вот прям даже не знаю, короче, ребята. Код дружбы 5B0F59. Кто не добавился, добавляйтесь. И вот так вот, короче, каждый день отправляйте подарки и получайте подарки, ребятки. Вот так вот. Добавить друга рядом со мной. Где мой тут код дружбы? Пригласить. Так, ну не пойму, через маяк только, да, что ли, где там это все барахло, клановые события, ну короче, в общем-то вы записали на слух, да. И у нас, конечно же, ребятки, главное событие — это у нас началась божественная акция на храна китайских драконов, да. У нас здесь Чан И, но опять же она будет пазловая. Блин, ребята, ну, смотрите, ну, если бы у меня было здесь хотя бы 60, я бы вот, можно было считать, что ты ее соберешь, да, а так у меня обидно, да, что я тогда ее не собрал, и вряд ли я ее соберу сейчас. Ну, у нас хроны китайские, хроны Паньгу, не знаю, правда, чем хроны боги, они по стихиям отличаются от своих обычных аналогов. Хроны Неджа, хроны Паньгу, хроны Гуанди, и кто у нас еще есть? Ну, очаг у меня и так есть. Близнец Бета. Я и Альфу до сих пор не вывел. Никак у меня, ребята, не получается. Терракотовый обыкновенный, да. Пузырек. Это уже из наших текущих акций. Ну, вот это главный приз нашей текущей акции. Колосс не знаю, где берется. Это, наверное, побочки всякие. Так. Что у нас есть? Вот, типа, собери хрона Неджа. А ну-ка, вот Неджа. Пустота и зелень. А ну, давайте посмотрим на... У меня Неджа вот тут где-то болтается. Так, это ты? Так, вот не туда. Это Неджа, да. А, нет, стихии разные. Там у нас была пустота и зелень, а здесь земля у меня. Так, надо будет покопаться. Какие там у нас стихии? Потому что я еще как бы не разбирался, что у нас там из этих богов. Но это прикольно. Это прикольно. Так, а подожди, а почему на некоторых написаны стихии, а на некоторых не написаны? Как-то странно. Это как-то странно, ребятки. Так, ну что у нас тут идет? Божественные сундуки. Что у нас тут? Есть что-нибудь по божественных сундуков? Ну, пока что мы ничего не заработали сейчас. У нас идет пару акций, да, вот этих вот, как бы, коллекционных. Так, туда мы ведем. Вот такая вот штука, мол. Ну, ветер и огонь, но он не нужен. Вот это хроно... А, не, просто Гуанди. Он, в принципе, не нужен. Ветер плюс огонь. Такая комбинация стихий не надо. Еще для этого нужно собрать 5 вот этих драконов, то есть, что маловероятно. Вот хроно Неджа, ну, тоже как бы не надо. Чисто для коллекции. Кого тут нужно собрать? Нужно собрать знак зодиака Рак, который появится завтра. Ну, точнее, сегодня для вас. Хроно Паньгу. Пазловый. 300 пазлов. Вы чё? Паньгу. А чё там в нем такого, в этом Паньгу? То есть, Эрлайн Шэнь 74, а Паньгу 77. У меня эти, ребята, обычные есть. Вот здесь давайте смотреть. Эрлайн Шэнь. Ну, он тоже 77, у него была базовая атака, по-моему. И Паньгу. Вот они у меня есть обыкновенные. Надо ли они мне хрона, непонятно. Непонятно. Так, что у нас еще есть здесь? Ну, собираем монетки. Да, и вот у нас, типа, большая стирка. Это вот рулетка. Опять же, я даже пузырька не буду пытаться получить. И мне вот задача получить хотя бы вот этих 500. 1200 я не насобираю.
У меня нету столько времени, чтобы заходить сюда, ну, как бы по ночам это все дело делать, чтобы собрать. А по практике у меня там 1000 с копейками больше не получалось собрать. То есть, ну, 1400 можно напрячься, но 2000 не а. Не а. Так, ну я тут уже все выполнил, кроме поймать существ, потому что они с первого раза, когда ты заходишь с телефона, существа не летают. Нужно обязательно выйти и зайти второй раз, и вот они только появились уже. Да, ну давайте мы туда заглянем. Посмотрим, что у нас тут за дракончики. О, вот этот прикольный. Прикольный, можно полюбоваться на них. Так, ну 3000 очков. Очков довольно много. Уже насобиралось. Так. Заполняйся. Так, вот ты. Вот ты. Вот ты. Блин, никому не надо эти кристаллы. Ну что за непорядок? Так, вот это архангела собрали. О, книжечка. Так, ну, смотрите, опять никому не надо. Вот раз, вот два. Ну, и все. Да. А, не-не-не, обновлять драконов нельзя, нужно разрушать. Это крайне неэффективно. Обновлять драконов. У тебя вероятность собрать комбинацию сразу уменьшается на 25%. Так, так, так. О, книжечки. Да неужели? Появился кто-то, кому надо были вот те вот кристальчики. Так, я заполняю сразу, как видите, по 2, по 3 сразу не заполняю. Там смотрю, как кому что получится. Так, ждем появления дракошки. Ничего никому не надо. Вот обидно. Разрушать всегда неприкольно, правда? Сходил я, ребятки, сегодня на фильм «Годзилла. Король монстров». В общем-то, фильмец понравился, совсем не скучный. Как по мне, там мало внимания уделено монстрам. Я бы хотел вообще, мне мамонт понравился, этот гигантский монстр, ребятки. Вот тоже, кстати, наш новый дракон. Много, короче, было монстров, но информации про ним было очень мало. О, 5 билетиков. Я бы хотел, знаете, так... Более информации, анатомии. Ну, в егерях, вот, допустим, в этих, в Тихоокеанском рубеже чуть побольше времени было уделено монстрам, их способностям и так далее. Здесь только, ну, Гидору показали, Родана показали. Ну, это вы все знаете из трейлеров, тут никаких спойлеров я вам не говорю. Так что не надо писать в комментариях чушь всякую. Мотру показали, опять же. Да, там все рассчитывали на... На телепатическую связь. Она же, по-моему, даже была показана. Или где, откуда я эту штуку взял, что там. Короче, мне кажется, кусок фильма просто какой-то вырезали там. Да, ну. Ну все. То есть там про Родана вообще ничего не сказали, только сказали, что как бы, ну, типа а-ля там. Просто его так древние люди называли. Про Мотру. Тоже ничего не сказали. Вообще про ее способности ничего не рассказали. Короче. Да и про... Ну вот единственное сказали про Родана, да. Ну что как бы... И, любой фанат Годзиллы и всего и так знает, что Родан это как бы... Титан. Так называли этих монстров в фильме, который прилетел с другой планеты. Но опять же, это нельзя назвать спойлером, потому что там никак вообще не показывалось о том, как он откуда-то он прилетел, как что было, вообще ничего про это не показано. Просто они такую теорию. Может быть, он чужеродный монстр, короче. Ну, такое. Очень мало информации. Фильм идет 2 часа, а информации там очень аж нет. Про монстров. Не знаю, если я смотрю фильм про монстров, я хочу узнавать детали, анатомию, все, истории про монстров. Ну вот, например, как вот этот, фильмы «Чужой». Вот эти вот «Прометей», вот эти все последние фильмы, они объясняют историю происхождения «Чужого». Целые фильмы этому посвящены. А здесь вообще ничего не сказали. Такой какой-то блокбастер для детей. Для младшего школьного возраста, которые не задаются никакими вопросами, я не знаю, как так можно. Ну, в целом, фильм хороший, да. Так, чисто посмотреть, хорошо. Но информации в нем практически нет. Просто красивая картинка, да, на Годзиллу посмотреть.
Такие, короче, вот дела, ребятки. Так. Ач, ач. Так, вот так. Ну так, в общем-то, так что можете написать в комментариях, какой, в принципе, вам монстр понравился больше. Давайте, какой монстр вам понравился из... не из вот этой тройки. Не считая Родана, не считая Мотру, не считая Гидору, ну и не считая Годзиллу. Вот там были посторонние монстры, был такой монстр-паук какой-то. Там, кстати, был этот Гнус был. Ну, опять же, его только мельком показали, так что ничего полезного... и спойлерного в этом нет. И мамонт. Мне понравился монстр мамонт. Шикарно выглядит. Я вот хотел бы его увидеть в действиях побольше. Там еще какие-то другие были монстры, которых вообще, в принципе, не показали даже детально. Какой-то там типа черепаха или не знаю, кто там еще был. Не показали. Так что... давайте обсудим это в комментариях. А еще мне даже такая теория появилась, что вот эти вот каждый из этих монстров был отдельным таким королем своих видов. Типа вот Родан. Кстати, Родан там вообще похож больше на орла. Там, и, кроме крыльев, если убрать крылья, голова у него тупо орла. Там от Птеродона мало что осталось. Короче, в общем-то, какая у меня теория, что эти монстры... каждый из них король своего вида. Типа мамонт, главный среди там вот этих ледниковых каких-то кайнозойских тварей. Родан, главный среди птерозавров. Там был какой-то паук, главный среди пауков. Там был, кто там еще у нас там был? Ну, Гидора это вообще пришелец какой-то. Ну, а Годзилла главный среди, ну, не ящериц, или посмотря по какой теории, да, если по одной он произошел из игуаны после ядерных взрывов, кстати, как ни странно, к динозаврам он не имеет отношения ни по одной, ни по второй теории. По одной теории он просто древнее существо, которое здесь всегда существовало, а по другой он, типа, в результате ядерных испытаний, да. Ну, вот как-то так, такие вот у меня идеи, ребята. Так, ну что-то я тут заболтался, наверное, с вами. Вот этих гавриков надо с телефона переходить, ловить. О, билетики сейчас пойдем откроем. Пойдем открывать билетики. Так, и что это мне попалось? 80 и 80, какая-то лабуда. Тут нельзя даже класснуть, не вижу, кто это. Ну, непонятно, что... А, ну, тут можно сейчас посмотреть, да? Ага, посмотри тут. Как бы это посмотреть? Драконы пазловые. Сортировка по редкости есть какая-то? Блин, что нету тут? А, ну они вроде по редкости отсортированы. То есть нам нужны божественные, да? Сейчас давайте посмотрим. О, вот тут есть кнопочка такая. Во. Посейдон, да, не хватило мне. Хоуи, блин, прикольный дракон, да, 74, не, слабоват какой-то. Осирис, так, где тут наши драконы? Фрик клевая. Хронозевс, блин, 300 очков, это же дичь какая-то. Таи. Вот. Хронопаньгу, блин, 300 баллов. Это никто не соберет. Блин, вот Чан и... А где остальные драконы? Чё-то я не понял. Найдите фрагмент. А, вот очаг. Так, ничего-то я не понял. А, не это остальные эпические, да? Вот, терракотовый. Это вот их 80. Колосс. Я собрал один пазл колосса, я так понимаю, да? Воитель, это, наверное, тоже из этой акции. Стальной бык. Короче, ну такое что-то. Блин, с этими глюками картинок не видно. Сложно в чем-то разобраться, ребятки. Так что такие вот дела. Всем, ребята, спасибо за просмотр и до скорых встреч.